Парімач. Заряджений перемагати. Ти хочеш, щоб я
Винник Руслан, один з кращих гравців команди Golden Lion Talisman, постійний гравців, який кожну гру приїжджає, кожну гру грає на найвищому рівні. І сьогодні відзначився декількома голами. Ми сперечаємося, 2 чи 3. Ну то не суттєво. Скажи, Руслан, які емоції? Остання гра зимового чемпіонату. Чого не вистачило до перемоги в чемпіонаті? Шанси теоретичні, ну, на перемогу вже немає шансів практично. Там різниця забитих, да. Що скажеш? Первый круг немножко подвел, как бы только первый раз мы играем в этом чемпионате, как бы говоря. Немножко составы была ротация, как сыграли первый круг, а уже во втором, как бы, ну, по второму сказать, что у нас все победы одна ничья, то есть и то ничья как бы с лидером, то есть побеждаем мы лидера, ну вот видите, бля, и было бы у нас как бы лучший результат, но как бы это ж футбол как-никак, все-таки стабильно целый второй круг мы все как бы выигрывали. Была задача, как бы, на сегодня, да, там, разницу покрыть в 20 с чем-то, ну, как оно получается. Первая и последняя команда, у тех мотивации нет, у нас она зашкалит, мы начали, как бы, скажем, крысиные бега, то есть туда-сюда, эти перестрелки, как бы. Ну, может быть, если вначале 3 сразу забили бы, то, может быть, как бы и пошло. А так, когда мы не забили, то уже было понятно, что тут, как бы, сейчас нам какая-то шляпа залетит, грубо говоря, и будет. И вот так и началось. Вроде забили, потом нам, мы опять, вот это вот, надо было где-то успокоиться, может. Ну, 20 мы точно не набили, наверное, но, ну, задача была просто уже потом выиграть. Главное было просто выйти и выиграть. Как бы желание было, как бы, видите, старались, как бы. Ну, где-то эти эмоции взяли, и вот мы, как бы, где-то надо было немножко полнокровнее, может быть, в конце, потому что мы уже выкатывали на 6-метровой зоне, нам было, может, бить это 7 метров там. Ну, и вратарь, кстати, хорошо там, и отбил такие, что ой-ой-ой, бля. Ну, как бы, команда хорошая, то есть в первом круге мы, как бы, и не заметили, а сейчас она... Я хочу сказати, якби команда Dixie Center таким складом постійно збиралась на матчі, то у них результати 100% були б набагато краще. У них сьогодні був, мабуть, найсамий бойовий склад з усіх матчів, скажімо так. Скажіть, будь ласка, яка з команд, от ви зіграли з усіма командами по 2 матчі, з деякими навіть 3 матчі, враховуючи відбір, хто вам більше сподобався? По грі або по накалу, який матч, хто із суперників, кого відмітите? Ну, скажу, вот как бы первую игру мы играли с Unreal, как бы, грубо говоря, первую игру. Вот там как бы они нас перекатали, перевозили. Вот мы сделали как бы выводы, и во второй игре у нас как бы вот получилось все да наоборот. То есть начали больше воевать, больше как бы где-то драться, грубо говоря. И вот это была такая показательная между той игрой, как бы в первом круге, когда нас как котят повозили, бля. И вот, как бы в этом круге мы как бы сделали выводы. Да, 4-4 где-то, но все-таки это было очень хорошее, вот как бы... Руслан, тепер персональне питання до тебе. Ти вже гравець досить віковий, пограв в багатьох турнірах міста Києва, чемпіонатах різні. Як тобі рівень чемпіоната, парі матч Ліги брендів? Які плюси, мінуси? От ти як футболіст для себе. Ну, в принципе, как бы по организации вопросов нету, грубо говоря, ну, понятно, что там все, как бы, судьи, они везде судьи, как бы, что здесь, что там, как бы, ну, в принципе, все вопросы, то есть, так, что-то глобально, как бы, ну, ничего, но, по сути, как бы, хороший чемпионат, как бы, я не скажу, что лучше, чем, как бы, некоторые другие, скажем так, ну, так, ну, скажу, что все на уровне, скажем так, все на уровне, а может, даже и лучше, чем в некоторых и топ-чемпионатах, скажем так, типа, там, Киева, там, первой и второй лиги, может, вышка там хорошо, как бы, все освещает, рубля. А первая, вторая лига там немножко как бы не так. Поэтому скажу, что есть, ну, как бы расти есть куда еще, конечно же. Ну, может, зал построить. Ну, що я можу сказати? Чекаємо тебе і команду Golden Lion Talisman в весняному кубку та літньому чемпіонаті. Ваша команда, ну, 100% повинна грати і брати участь. Так що бажаємо вам успіхів вже в майбутньому. Да. А вопрос, які медалі? Це вже, як би, зараз тут все рішиться, які будуть медалі. Удачі! Парі-матч. Заряджений перемагати.